Дорогой Рамзан, я приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к вашему народу чеченскому. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю. Ну и я недавно вот назначаю министра внутренних дел, а он у нас кавказец. Я рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах. И я сказал о том, что моя мечта когда-то побывать в горах Чечни, Дагестана и прочее. У меня есть друзья, правда, в Ингушетии живут, но все равно это близкие вам люди. И я ему говорю: ты меня отвези на родину и покажи башни, семейные башни. Для меня действительно вот побывать в таких местах без помпы, там, без всякой, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские такие горы, где живут мужественные люди. Тебе у нас отношения особые. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Вот я всегда говорю: ну, настоящий мужик, пообещал, сделал. Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. И ты действительно не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа. И то, что я хочу тебе сегодня вручить Орден Дружбы, это, поверьте, особое звучание. Это не просто дань политической какой-то моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу большое счастье, ну а для меня это огромный подарок. Поэтому, Рамзан, позволь мне выполнить эту миссию, вручить тебе этот орден. Теперь ты 100% будешь нашим.